Активируй режим победителя. Адреналин Раш. Всем привет, я Растайл, и сегодня отвечаю на случайный вопрос. Если бы тебе предложили убрать из Доты трех героев, кого бы ты вычеркнул? Техис, Бристлбэк и Клинц. Не знаю, Клинц должен остаться, не знаю зачем. У тебя есть любимый сериал? Ну, я много сериалов смотрел, да. Самый любимый, наверное, это «Друзья». Старый сериал. Поновее, ну, такого же типа, как «Я встретил вашу маму». Из самого поновее, наверное, «Шерлок», «Фарго». Какой матч «Виртуспро» ты пересматривал больше всего раз? Наверное, «Суджи» финал киевского мейджора. Особенно после того, как он закончился. Мы его смотрели очень много раз и очень долго. Сколько тебе нужно времени, чтобы человека научить с нуля играть в доту? Я не знаю, меня многие спрашивают, я никого еще не научил. Самый странный слух, который ты читал о себе в интернете? О, это было, наверное, это не слух. Самый странный был, это когда меня бойкотировали три организации. Это было очень интересно. Я прям проснулся на утро, был очень удивлен. Там были какие-то не совсем понятные истории с М5, в которых я не был настолько виноват, насколько так описал Дима Смелый. Дима Смелый позвал еще с собой Максима Дюконька, это хрен, с Продоты и Zero Gravity. Они что-то вместе меня так забойкотировали. Ты когда-нибудь опаздывал на самолет? Нет, ни разу. Кто ты в последний раз ремонтировал собственными руками? На самом деле, компьютер, наверное, в самый последний раз. Да, компьютер. Твой рекорд по беспрерывной игре в доту? Часов, наверное, 30. Какие ощущения были после этого? Как ты себя чувствовал? Отлично. Я был молод, я мог этого себе позволить. Ты бы мог сейчас бы собрать команду по доте 1? Нет, я на самом деле заходил в Dota 1 пару раз, это очень сложно. Там действительно игра была очень сложной, и Dota 2 облегчила полностью. Что больше всего тебя в Dota 1 сейчас испугало, когда ты туда заходил? Инвентарь меня испугал полностью, инвентарь, покупки, как модельки двигаются, то есть трассировка, поэтому это все, короче, все испугало. Если бы сейчас Dota 1 били вместо Dota 2, то топовые игроки бы не справились с этим? Я думаю, нет. Я думаю, большинство бы не справилось.